batalla. Un enemigo ha sido asesinado. Какое поглощение? Хорошо, хорошо. Чат, хорошо. Здорово, народ. Вы снова на канале Арти. У нас снова видео по смайту. На этот раз у нас катка за медузу в новом крутом скинчике, который я разыгрываю, между прочим, у себя в группе ВКонтакте. Постоянно на стримах розыгрыши. Поэтому стримы, кстати, не пропускай. Ссылки будут где-нибудь там в описании. Короче, катка прикольная. Билд не самый стандартный, не самый актуальный в данном сезоне. Но посмотришь, как он мне зашел. И погнали смотреть. Через трансу, да. Где расписание стримов можно посмотреть? В группе ВК есть хэштег в начале группы расписание, либо в Дискорде во вкладке расписания. А ты догнал меня уже, Бигги? Хорош, хорош. А кто спрашивал меня? Утка что-то спрашивала тебя. Радужный скин? Не, ну он мармеладный, типа, не радужный, ё-моё. Не пали. А, не, не утка, не утка. Не утка спрашивала, Андрюх. Не, не, не утка. Не знаю, кто-то там спросил, хз вообще. А утка так переспросила, кто спросил. Ну, ты понял. Мармеладный. Но мармеладный же не этот. У них, кстати, очень потное дуо для нас, мне кажется. Если мир не глупый. О, он должен понимать, что нас сейчас могут придушить. Как же я стреляю? Спасибо за подписку, ребят. Добро пожаловать, скорее всего, в ролик с медузой, с новой. Оф! Ну не хватило, ну полрубчика. Ну полрубасечка. Ну типа, ну как так вышло-то? Ну как так вышло-то, а? А чё там, демка варлордца есть? Ё-моё. Ну это мой косяк. Это мой косяк. Хочу в ролик. Ну, смотри, если это будет ролик, а он на 0.3, сука, начался. Если это будет ролик, то тут только донатами попадать, да. Но если в ролик не попадете, ну поддержите стримера. Ну только так. Не учел, что он второй апнул. Я видел, как он апал второй левел, но я думал, я тройкой все-таки долечу, потому что, когда он апнул второй левел, он остановился. Понимаешь, он остановился, и я это видел. И я подумал, то, что я сейчас влетаю в него тройкой, и в любом случае он не может выхилиться, потому что тройка моя блочит хил, да? Вот, и я такое-то понимаю, осознаю. Вот это я пострелял. Ну, понятно, да? Трипли элиминасьон. Марио. Тройной рикошет дал по Эмиру. Но Хоуи вроде ничего. 5-0 Хоуи. Что думаете по этому поводу, чат? 5-0. Походу не будет ролика. Возможно. Много рикошетов было, но он очень хорошо попал. Он очень хорошо попал. Он попал всем, чем нужно и как нужно. Я сразу сказал. Я сразу сказал то, что Хоуи очень потный. У них дуо потное очень. Сильванус и Хоуи. Ну это жесть какая-то на самом деле. Это прям жесть какая-то. Ну это изи вин, сейчас посмотрим. Сегодня ни одного луза сегодня. Типа я не хочу ММР сливать, пожалуйста. Можно, не надо. Ну он просто, я не знаю, мир. Он думал, что я в его ульт не полезу, что ли? Дубли.
Как бы, ну понимаете, да? Это может быть и ролик, чат. Это может быть и ролик. Если это будет ролик, давайте, ну вы скинете. А кто был на трансляции, по лайку потом скинетесь. Все-таки Медузу в последнее время не часто встречаете, да? Поэтому нужно будет... Да-да-да, чат. Скрэш Локи в нормальном? Да. Надо обязательно посмотреть. Не знаю, получится ли его взять или нет, но надо поиграть. Сказал дуо потный, даблкил. А Хоуи одно не учел. Многие Хоуи один момент не учитывают в своих файтах и в целом. Они когда ультуют и стоят в своей ульте, они думают, что все настолько очкуют ульта Хоуи, что никогда в жизни туда не залезут. Но это неправда, чат, это неправда. Если есть возможность нанести ему очень много урона, то почему бы и не залезть? Давай я лайк, а ты мой ник назовешь. Не, ну это какой-то развод получается. За такой дабл лайков 1000. Не, у меня на роликах обычно от 100. И вот есть ролики, где до 200 там с копейками доходит лайков. Мне кажется, это мало очень. Хорошо. Но вот этого... А у него сапог, да? Так, ты можешь нанести мне много урона. Брат, он меня сейчас убьет, точнее меня крипы его убьют. Пожалуйста, я его убил. Чё за душный Хоуи? Мне душный Хоуи попался. Но он с сапогом, он начал с сапога, я тут ничего не мог сделать уже. Вот, вы видите, Меркурий сейчас тоже не очканул и остался в ульте. В ульте Сциллы. Вот, и как бы наносил ей урон, хотя она, ну прям, ну в цвет в него ульта, это нормально. Это нормально, если вы знаете то, что вы выдержите этот урон. Хорошо. Вот это файты. Мы как будто в арену играем. Мы как будто в арену. Я очень давно на Медузе, кстати, не играл, но сейчас игра как будто в арену, если честно. Спасибо за стаки, брат. Спасибо тебе за стаки. Я сейчас посмотрю, я не уверен, но мне кажется, он... Да, он начал с сапога. Есть у меня такое подозрение, да? Да, у него фулл сапог, я поэтому его догнать не мог. Здорово, Фаус. 500 тысяч лет тебя не видел. 8 минута, почти 20. Да, что за дичь происходит? Я же тебе про это говорю. Но это ли не арена? Можно было его идти гангать, кстати, у меня-то ульт есть. Она уже не полезет. А полезет, умрет. Хорошо. Неважно, сколько мы сейчас потратили, неважно. Как дела? Да огонь, слушай, огонь на самом деле. Не, сейчас заборщил, конечно, Эмир. Сейчас Эмир вообще заборщил, конечно, жестко. Файты по КД, но это точно видос. Но надеюсь. Чат, вы знаете, как попадать на видос, если что? Вы знаете. Новенькие подписываемся, старенькие донатим. Собираем все вместе на Xbox, кстати. Переходим по ссылкам в описании, чат. Если что, это ролик, если попадет вдруг на YouTube. Там есть как бы ссылка на гемчики, да. На группу ВК, в которой розыгрыши. Ну, короче, может она и не попадет на это. Че я это? В смайт решил? Да я смайт стримлю по КД.
Бывает и больше утка показывается. Я не знаю, как это происходит, но лайков больше 150 на стримах не собирается все равно. Хз вообще, что происходит. Я ему нормально кидал, кстати. Он гений, это читы. Он... Ты чё, блин, алё? Гений, джиниус. Что такого, если начать с сапога? Не, ничего, просто так и будет дольше собирать. Но при этом вырли им будет иметь преимущество в файтах. Поэтому, в принципе, в целом... Что это такое с ним? Не понял. Репорт че шо, не пойму. Че по рейту? 1800 ММР, немного. Когда-то играл, один из ботов ультанул и пришел огромный титан. Ты знаешь, какой это бог делает? Гера. Скорее всего, ты про Геру. Чекни потом повтор. Да ладно, чё? Ну, задрот Хоуи. Против задрота Хоуи. Блин, я так ролика назову, наверное. Сыграл против задрота Хоуи. Я сейчас немножко поменяю на ютубе контент, кстати, чат. Поэтому я надеюсь, вам понравится. Даже в смайте, наверное, будут небольшие изменения. Небольшие. Катки будут все равно фуловые. Я надеюсь, вам понравится. Так, так, так. Он бэкнулся. Здорово, Катус. Было время, когда выпускались нарезки. Да, но чё-то забраковал их, я хз почему. Они сказали, не нужны нам нарезки, давай нам полные катки. Фризит? Чат, у вас фризит у кого-нибудь? А тут бор за один. Хорош. Удачно запачено донат, лавтя меньше, чем 3. Я не буду юзать бицы. От нее не убежать. Но главное, я убил Сциллу. Саму игру фризить не тебя. Игру фри... А, ну не, был какой-то фриз, да, микрофриз какой-то, я не знаю, что это было. Понимаю, братик, понимаю. Хорошо, хорошо. Чат, хорошо, пишите в чат, хорошо. Х, Р и Аш. Тебе вообще мид выпадал хоть раз? Не помню даже, ли ты не играешь. Да не так давно, вот у меня были пару стримов, типа. Я только на миду и отыгрывал, мне кажется, нет? Хорошо, да, хорошо. Херово, в смысле херово, юза, не понял. Ты что, на баннеровать? Не понял. ЗБС, на ЗБС тоже нормально. Как тебе аид в соло, имба? Мне очень нравится. Мне очень нравится играть на аиде, но не нравится играть против аида на соло. Это была не Гера, там был Титан с полкарт, он вроде что-то кинул и ушел. В смысле, ты про что, ты про смайт вообще? А стримы нигде не сохранились, на Твиче фулл стримы. Либо какие-нибудь интересные катки, вырезанные обычно на какой-нибудь Ютуб. Тихо, мать, ты что делаешь? Брат, ну это же Сцилла. Он пытался Сциллу закрыть. Может про... А, может быть, кстати, может быть. Домой, просто домой. Ультитана. Да, если он имеет в виду, то только Хоуи. Скорее всего. Потому что я еще не знаю, что в смайте может вылазить огромное, типа. У него была ульта такая. Да это, наверное, Т5 скин на Хоуи ты имеешь в виду. Вы видели, куда стрела прилетела? Он читер, я вам говорю. Она притягивается ко мне. Играл на реворкнутом локе? Нет, еще сегодня вот хочу попробовать. Уф, это что было? Это что было? Вы видели?
Это просто какой-то задрот. Когда Хоуи кидает ульту, подходит Титан сзади за картой. Да, это Т5 скин, да. Какой же раз его и реворкнули? Локи первый раз. Как тебе, Бакасура, можешь накинуть вариантов, что ему собирать? Катаны? Катаны. Ему важно быть быстрым, маневренным. Скорость передвижения ему нужно взять. Отсюда катаны. Скорость атаки в ульте важна. Но при этом не стоит забывать про урон, поэтому можно что-то еще и на урон взять. Nice the day. Я вот хочу сзади зайти, но нет смысла. Какое поглощение? Хорошо, хорошо. Чат, хорошо, можно еще хорошо? Это было прям, ну прям. Блин, надо какой-нибудь смайлик сделать хорошо, типа, но с каким персонажем смайтовским. Ну это прям вообще замечательно. Не, нормальная катка на 1800 ММР, в принципе, нормальная катка. Хотелось бы ММР, конечно, побольше, но что-то я не особо смотрю за своим ММР, вообще пофиг. Солью, солью, ММР. Какая разница? Солью, солью, правильно? Это обычный рикошет. В смысле обычный рикошет? Он ни одним рикошетом еще не промазал. Он ни одним рикошетом еще не промазал. Это не обычный рикошет, дядь, такого не должно быть. Чел вообще не миссит рикошетами. Я 10-4 иду, мы снимать одного левела. Он читер. Читер. Против читера играю, ничего не знаю. Кто сомневается, того в бан. Вкусно, но вкусно не то слово. Не знаю, криты. А, ну там хуй, какие криты. Я таких много встречал, которые так кидают рикошет. Берил, ну на твоих 1000 ММРах кого ты встречать мог? Я не понял, я прям в нее стрелял, ни разу не попал, что ли? Ага. А что, они помогут мне, чи нет? Вопрос не может в меня попасть просто потому, что я быстро езжу. Как там успехи? Ни одной катки не лузнул сегодня, представляешь? Почему Ася, а не перчатка? Ну, с трансценденсом обычно беру... Ну, как бы, трансценденс и так стаки. Поэтому беру один артефакт на стаке. Долго стакать, все не соберешь, слишком дорого. Дорого-богато. Здорово, Экзимка. Чат, вы поняли? Я надеюсь, я всем, ну, как бы объяснил по поводу фасмофобии. Нам подарили фасмофобию, у нас в скором времени, я надеюсь, с чатом будет кооперативный стрим по этой игре. Где бы они ни были, почему все думают, что ульт Арахны мало урона даст? Спасибо за подписку. Смотрел призраков и сказал, да-да-да, мне подарили, блин. Я так рад, на самом деле. Букадлак вообще, что за чудо-человек-то, ё-моё. И так поддерживает каждый стрим, говорю, этот, остановись, думаю, дядь. Ну. Да что ты будешь делать-то, а? Ой-ой-ой, хорошо. Ой-ой-ой, хорошо. Но вот это плохая стена была. Вообще плохая стена.
Как его убило? Может, ты мне проиграл, я тебе надоел, но ты 5 скин на хуй, так и называется в игре. Я не помню, как он называется, дядь, ты его уже никак не получишь. У них Нокс, я вообще не понял их пик, если честно. Ду у них нормальная, типа АДК и саппорт. А остальное ХЗ. Спасибо за подписку. Да, ребят, спасибо за подписку. Сорян, что игнорю. Но и такое бывает в жизни. Таинственный странник вроде как называется. Хуй не лимитка, если полную цену за один скин отвалишь, что получишь? Серьезно, его можно купить? А сколько полную цену? Блин, я за мажорию куплю, за мажорию куплю. Сколько нужно? Собрал уже тиму для этой игры? Пока нет. Пока нет. Вообще есть два человека. Вот Саня Волховчанин. А, ну подожди. Саня Волховчанин, Чампыч и... И Киона, по-моему. Они хотят поиграть в Фасмофобию со мной. Убирай, убирай стену. Завтрак. Да не, не, по-любому не факт, что мы будем успевать собраться все вместе, ребят. Так что вы думайте, думайте. Ями. Сейчас нет почти лимитированных, только не лимитки. Их все можно скупить за полную цену ивента. Офигеть. Сколько ты уже суммарно играешь в Смайт? Около 5000 часов приблизительно. Steam показывает 4, но я играл в Смайт далеко до Стима, года за 2, наверное. И в те 2 года я играл наибольшее количество времени. Вот, поэтому, скорее всего, больше 5 часов, 1000 часов. Но это нигде не отображено. Ты разве не собрал на Xbox? Нет, я собрал на PlayStation 5, я ее предзаказал уже. Я собрал на PlayStation 5 и ее уже предзаказал. А что мы делаем? Мы будем атаковать, чи нет? Хотел цветочек сломать и вовремя поменял медузы АП. Нет. Спорный очень персонаж, это медуза ваша. Играю только ради вукадлака. Он опять попал! Ну ладно, это изичный был, но до этого он не изичными попадал. И мир может убрать стену? Да, да, если на ту же кнопку, на кнопку стены нажать, то он уберет стену. Ай, крыса. Добавили недавно, ну, пару патчей назад, наверное, уже. А что, так можно было? Да, пару патчей назад добавили, ребят. Хорошо. 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 Кто тащит эту катку? Уф. Уф, кто тащит эту катку, чат? Ну, собственно, кто обычно тащит, тот и тащит. Скажи, ТПшца, можно на любой вард или только за 120 монет? На любой вард. Если у тебя апнутый этот, на любой. Здорово, Греба. А что за пассивка у Хоуи? А у Хоуи, по-моему, против критов пассивка. Чат, поправь меня, если нет. Я хоть и мейн АДК, но дурной. По-моему, на него криты не работают. Типа, первый крит по нему проходит, а потом несколько секунд у него иммунитет к критам. Давай завтра начнем стрим по фасмофобии. Завтра, по-моему, стрима нет. Посмотрите расписание, пожалуйста, кто-нибудь. Я так навскидку не скажу. Что это, чат? Ай, блин. Ой.
Ой, блин, аж поплохело, блин. Тупорылый браузер, я тебя удалю, короче. Ой, плохо, деду стало. Вы слышали эту дичь? Да это донат прилетел, 70 тысяч, ребят, все нормально. Это новый этот оповещение, донат, 70 тысяч. Ля, какие... Спецэффекты на победку, чат, как говорится. Ой-ой, как деду плохо-то больно стало. Нам надо спушить. Мандасту интеррумбида. Спасибо за подписку, чат. Спасибо большое. Ой, блин, уши. Ну вот из-за вот это, из-за этого всего. Сейчас проиграем. Да, не больше одного крита за 3 секунды. О. Блин, плохо, плохо, что мы откипели. Ну ладно, мы забрали кое-как два феникса, которых не могли забрать. И у нас вроде как живая Матарасу. У нее есть... У нее нет ульта, конечно. Она сама бы не одефала, но они не пойдут пушить. Я их найду. Птица, пофигица. Ля, что за птица? Спасибо, ребят, огромное за подписку, правда. Спасибо большое. Focus who wins, still and we win, lol. Поняли, да? Focus, still and we win, lol. Она просто бежала. А Матарасу вообще, ну, как бы, ей все равно было. Я тебе песенку скинул, послушай, расслабь уши. Ну, я послушаю, Саня, обязательно. А на вард на чужую базу можно ТП делать? Ну, если ваш вард, то да. Ты на любой вард своей команды можешь делать ТП, если у тебя активка на блинк, на ТП. Лучший контент по смайту, красавчик. Блин, спасибо большое, ребят. Спасибо огромное. За кого проще всего играть для новичка? За тех, кто в начале открыт, ребят. Тех, кого вам дают... тех, кого вам дают бесплатно, так сказать. Это всякие нейты там и все вот это. Не кидайтесь на все подряд, типа, оно вам не нужно. Просто пробуйте играть теми, кто есть. Не старайтесь всех купить разом и на каждом по одному разу проиграть. Привет, Винон. Вот, просто пытайтесь играть на тех, кто открыт. Как бы кайфуйте. Учитесь. Чтобы комфортно в смайт играть, здесь очень много богов и очень много комбинаций и всего остального. Чтобы комфортно играть, вам нужно... что вам нужно сделать? Вам нужно, ну я как так считаю, что на каждом боге взять хотя бы первый мастер левел. Это берется он буквально за 2-3 игры на одном боге. Но за 2-3 игры вы уже поймете, что делает его обилки, как его нужно разъюзывать и все такое. Блин, потная катка-то, ё-моё. Но 12-5 у меня хорошо, топ убийств, топ урона. Как тебе новые локи? Нерв будет? Я еще им не играл, нерв, думаю, не будет. Будет не скоро. Он будет, наверное, если там цифры перебафанные. Я-то на него обзор сделал, я видел его обилки, да, давно. Но цифры я не видел на лайве, какие цифры он выдает. То есть урон там... Сколько у него инвиз держится, там и все такое. Посмотрим, посмотрим, обязательно на Локи тоже. Будет видосы по Локи, ребят. Вот и я другу, а там же он все и сразу... Нет, это вообще не работает в моба играх, такие штуки. Бедняга. Он заруинил только что катку, им держу в курсе. Это плохо, кстати. Я не могу понять, в кого мне лучше пострелять. Я не успел ультануть. Блять, плохо, все плохо, чат. Если они умрут, будет все плохо. Хорошо.
Ой-ой-ой, плохо. Думал, хорошо, будет плохо. Только дефать. У тебя макс мегабайтов сколько? Кого? Каких мегабайтов? Если начинаете играть, сразу откройте всех богов. Если купите этот... Battle Pass. Ой, Battle Pass, господи. А Good Pack. Купите всех богов. Ретрит, ретрит. Просто дефендите, пожалуйста. Главное, не умрите. Мы можем проиграть, кстати, эту катку. Эта катка не пойдет на YouTube, я расстроюсь тогда. Да я расстроюсь, очень сильно расстроюсь. Такая изичная катка. Блин, я не знаю, что купить. Ладно, пока сапог, пока сапог. Ой-ой-ой, они отдефали, они отдефали. Да нет! Я запутался в кнопочках. Скорость интернета какая максимальная? Не знаю. 70 до 100 мегабит. Мегабайт. Я запутался в кнопочках. Ну это лох, это лох, это да, это правильно. Я запаниковал, чат, просто запаниковал. Ну вы же понимаете, ну паника, паника накрыла стример. Да тихо, тихо. Ну бывает такое, чат, ну бывает же, ё-моё. Что не криты? Там хоуи. Ой-ой-ой, крипы пушат титана, пол титана снесли. Да ты шо? Они 2 в 2, 2 в 2. Но они могут закончить, они могут закончить. Если бы они сразу пошли, то это было бы изи. Не, 100 мегабит это сейчас слабенько. Ученик вместо фотки выполнил контроль работы, прислал мне фото чашки с молоком. Ну хорошо, что чашка с молоком. А не что-то еще. Все, ладно, ладно. На самом деле я паникнул там один раз. И было печально. Сейчас будет все хорошо. О май гаш, эти сяу ями. Слышали? Она прикольно говорит, кстати. Я не слышал этого. Все, погнали, погнали. Уф. Что ты там хочешь убить? Баф, которого нет? Все, я берсерк. Медуза берсерк. Лук Атланты понерфили, стоит ли его брать вообще? Ребят, вы можете следить за метой? Я не слежу за метой, если честно, играю так, как мне удобно. Просто мне без лука не очень удобно с таким билдом играть. Вот, если вам удобно без лука играть, то почему нет? Можете что-то себе найти другое. Блин, потная катка, это вообще жестко потная катка. Чат, вообще, как вы думаете, мы выиграем, че нет? Ну так, чисто носки. Хоть спамить, блин. Нам на самом деле нужен... нам на самом деле нужен один файт. Один файт. Мне главное не зафейлиться. Если они мне дадут возможность пострелять, то я постреляю хорошо. Так, минус Феникс. Минус второй Феникс. Уф, мы просто закончили.
Мы просто закончили. Хорошо, хорошо. Ну, каточка хорошая, она всяко пойдет на YouTube. Я надеюсь, вы там лайки поставите, да, чат? Лайки поставите, подпишитесь на канал. И я, на самом деле, читаю все комменты, поэтому напишите давай в комментах... Давай держаться вместе, во-первых, да. И напишите в комментах, кого бы хотели еще видеть, кстати, на канале. Потому что я уже по второму разу, мне кажется, начал записывать всех богов. Ну, как-то так, как-то так.